друзья, ну что, сегодня уже 25 февраля 2014 года. Мы сидим уже на вокзале в Хайфе. Сейчас подъедет наш поезд израильский замечательный, который отвезет нас в аэропорт Бен-Гурион Тель-Авива. И утречком в 6 утра мы сядем и полетим в благословенную украинскую землю. Надеемся, что там еще не все разбомбили, и мы сможем приземлиться в Борисполе аэропорте и благополучно добраться до города, до героя смело. Две недели отдыха, наслаждения, курортов, поездок, путешествий, молитв, служений. Господь, мы благодарим Тебя. Покатались на машинках, на метрономах, на трамвайчиках, на автобусах. И вот сейчас поедем на таком поезде, двухэтажном, может быть, даже до Тель-Авива. Израильские поезда работают с интернетом, Wi-Fi бесплатные, розеточки. Поехал. Всем большое спасибо. Сегодня был замечательный день. Мы встретились в Хайфе с нашими старыми друзьями. Мамой Александрой, Марком и их друзьями также. Была хорошая молитва, общение. Замечательный пир. Много мяса, рыбы и прочих овощей, да, и фруктов. И вот сытые, довольные, загорелые. Счастливы, возвращаемся домой. Bye-bye.